попугай. Сегодня мы с вами поиграем в радужных друзей. И я уже не первый раз в них играю. И со мной этот мой котик. Да-да-да, он тут лежит. Так, Хоми. Видите, Роблокс. Тут у меня полностью нет доната. И вот мой ник 333 Джеджерс. Да-да-да, у меня помидорка в друзьях. Вот, видите, я уже играл в разных друзей. И смотрите. Короче, я играл уже в морфы. Всякие игры играл. И, ребят, с вами сегодня в одну игру поиграем. Если вы не против. В Animal Simulator уже давно как-то не играем. Ну, короче... А что тут она играет? А, аквапарк. Я уже это тоже поиграл. Просто. Угу. Ну, погнали в радужных друзей. Посмотрите, сколько зашло. Смотрите. Ребята, тут есть такие челы, которые боты, просто боты, ничего не делают. И в этом видео будет в двух частях, прикиньте. Как-нибудь так сделаю. А? А? Напишите в комменты, если можно так сделать. У меня просто подлагивает телефон. Много как-то сделано. Ребят, почему нету игры без с музыкой? А потому что у меня лагает. А, ну все нормально, отлагал чуть-чуть. По вечам. Так, 8 людей уже. Спокойно. Ну, давайте, ладно. Она наверное узнала, что я тут был на черт. Ничего, пожалуйста. Блин, я буду всех принимать в друзья, если что-то надо. Вот, смотрите. Слушайте, я тут новости смотрю. Да еще, это не новости. Это фиксай. Это реклама, секундочку. Так, загрузка. Ебой, ребят. Я вам покажу, когда будет уже. Уже на третьей стадии будем. Покажу вам, окей? На третьей стадии. Вот, слышите? Ну, это уже не важно, на третьей стадии. Покажу. Ну вот, смотрите, рука чья-то. Ребята, я, кажется, поняла, что это за рука. Да и то, это третьей стадии. Так, ребята. Короче, мы все равно на первой стадии, ребят. 5 блоков уже нашли, смотрите, какая у меня крутая коробка. Радость, радость. И, ребят, у меня лагает, поэтому я только по третьему буду ходить. До конца не смогу дойти. Ой, боже мой, что ты ко мне пришел? Опять сни. Ладно. Где ты такой сни? Я сейчас сниму на костыляю. Дай сюда. Ладно, ребята, дойду до третьей. Как-то у нас... Я, кстати, уже оранжевого кормила. И кормила у меня в коробке. Капец, я даже его не заметил. Без коробки. Просто кормить оранжевого без коробки, он бы не мог загадывать. И стричь не надо. В коробке, понимаете? Что же за хрень, да? Я в лифте не могу. Почему у нас коробка? Ладно, ребята. Просто у меня просто лагает. Я никуда не могу идти. Вот видите, я пытаюсь куда-то идти. У меня очень медленно идет. Вот смотрите. Даже в коробке я не вижу. В коробке я получу, когда не с этой оранжевой фигней. Кстати, ребят, посмотрите на мой инвентарь. Арктический. Вот смотрите.
Боже мой, там кого-то... Чёрт, это же тот пацан, блин. Хорошо, что я с ним не пошёл. Вот, а это вообще какой-то военный, арктический военный. Вот еще зеленый, оранжевый, обычный. По умолчанию. Мне нравится вот это вот оранжевое. Потому что ну, оранжевая коробочка вот такая вот с оранжевым пацанчиком. Очень красивая. Последний кубик, давайте ставьте. О боже, давай. Кажется, зеленый. Кажется, зеленый проснулся. Не беспокойся. Как он может тебя съесть, если он тебя не увидит? Да, для этой партии нужен 100% зеленый, чтобы он тебя не сожрал. Я буду стоять на месте. Ребята, вернусь, когда уже реально до третьей главы дойдем. А то... А то просто такая херня может произойти, что он ничего не будет делать, ничего. Два пакетика нашли и все, погнали. Реально, надо остановиться. Полагает, как бед. Так, кто-то там... Да блин, почему не устанавливается нормально? Лагает, ребята. Блин, скоро травмы на Ладно, короче, ребята, дойдем с вами. А на третьей уже посмотрим, что там. Вот такая коробочка. Мне нравится вот этот регион. И он такой милый. И такой прикольный. Вот такая вот еще. Да, вот такая вот коробочка. Скоро у меня все пакетики. Вот еще не надо. Кстати, может, чё? Абдул-Бакарил был найден. А почему не была найдена? А то вдруг тут где-то была. А? Что, ребят, почему у меня нет футболки? Стоп! У меня же футболку украли, совсем забыл. Да. Я потратил эту футболку. Как робится. Я просто думал, как-то задонатил аккаунт, я уже задонатил. И прям вот так вот круто произошло, что он мне задонатил очень много робоксов. Я потратил некоторые робоксы для своего другого друга. И все. Что, кстати, не... А, сейчас выбираю просто. Да, сейчас пойду, поспущу. Я реально пойду посплю, это не так плохо. Подождите. Короче, ребята, дошли мы до оранжевого. И смотрите. Вот оранжевый. Вот так. Надо оранжевую коробку. Обязательно. Блин, ну если я дойду до конца.
я не сдохну. Ну, тогда будет круто. Хотели их убить? За что их убили? Вот смотрите, мне нравится еще синяя коробочка, но не зенит, потому что ее просрал. Кстати, когда появится обновление. И, кстати, камера вот такая вот. Она за нами следит. Типа не будем снимать. Почему вентиляционные отверстия стали протекать? Он за апельсином зашибись? Зашибись. Ну иди за апельсином. Ребят, я буду просто покажуть, и поэтому я буду убирать это. Ютуб посмотрел, как? Ну и конец я завершил. Меня сожрали, конечно же. Меня сожрали на третьем. Ну черт подери, я хотел всего лишь поиграть. Но не получилось. Ну ладно, ребята. Всем пока, значит. Это видео какое-то сегодня долгое. Пока-пока.